Скучный двор дома номер 4А по улице Чапаева обрел новый облик. Здесь появилась современная спортивная площадка. Первыми на ней сыграли стритболисты и дали профессиональную оценку качеству и прочности. Таких площадок надо делать больше в каждом микрорайоне. Сейчас, к сожалению, они не везде. Здесь обычно на таких площадках вот столько народу и бывает. Все что-то делают, то футбол, то баскетбол, то волейбол. Опробовал спортивную площадку и руководитель исполкома района Айрат Хайролин. Правда, времени провести полноценную игру с ребятами у него не хватило, но вбросить мяч, как заправский судья, он вполне успел. Опа! Отлично! Спортивная площадка обустроена в соответствии с последними веяниями времени. В ней предусмотрено все. Она ограждена сеткой, что не позволит мячу оказаться за пределами и задеть припаркованные машины. Искусственное покрытие более мягкое, а значит, менее травмоопасное. Это небо и земля по сравнению с асфальтом или травой. Впечатляет и универсальность площадки. В одном месте можно сыграть в баскетбол, стритбол, футбол, мини-футбол. Мы можем себе позволить такие постоянно происходящие приятные моменты, когда открываются детские площадки, спортивные площадки. Все эти проекты, они являются инициативой нашего президента и реализуются уже не первый год. Сегодня в Татарстане в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок открыто 127 игровых зон для волейбола и баскетбола, а также 146 тренажерных залов под открытым небом. В Альметьевском районе уже введено 13 спортивных площадок. На этот год запланирован вот еще 5. У нас в Альметьевске очень много спортивных сооружений. Вот я такую цифру вам назову, наверное, многие даже не знают. Более 500 спортивных сооружений и площадок в Альметьевском районе. Это и бассейны, это и ледовые коробки, это спортивные площадки и многие другие объекты физической культуры, где регулярно можно заниматься спортом. Все площадки будут разными, каждая имеет свои особенности. При строительстве руководство города и нефтяники ориентировались на пожелания жителей микрорайонов. Где-то предусмотрены волейбольные и футбольные поля, где-то малые архитектурные формы и тренажеры. Ольга Степанова, Ильгам Ахмедьянов, Альметьевск ТВ.